все батуты, которые мы посмотрели, имеют неправильное крепление. Это может быть, если конкретнее швартовочные элементы крепятся неправильно, не под углом 45 градусов, а либо это вообще не соблюдение какого-либо угла, либо это угол берется больше 90 градусов, что, конечно же, влияет на безопасность при использовании. Во всех батутах отсутствовали приборы для измерения силы ветра, что не позволяет эксплуатантам на самом деле отслеживать погодные условия, ну, в части обеспечения безопасности. То есть они не смогут отследить, когда становится небезопасно использовать оборудование.